Джонни! Не трогайте меня! Плохо тебя отделали. Ну давай, подъем. Сколько лет, сколько зим. Сколько? Недели две прошло, как я тебя собирал. Я успел соскучиться. Не пизди. Я кому повторный осмотр назначил? Мог бы хоть позвонить, тупорылый ты говнюк. Он мне как сын. Я уж вижу. Ну и что там со мной? Я всунул тебе в жопу столько трубок, что там теперь чисто коктейль-бар можно открывать. Еще пришил синтетическую печень, а то твоя выглядела как бумажный пакет с говном. Супер. Теперь буду жить вечно. Практически. А где Альт? Какая Альт? Она была со мной. Он привез только тебя. Сука, ее забрали. И что, никто не видел? Спасителя своего спроси. Говорит, его зовут Томпсон. Это был ты в Уотсоне. Надо поговорить. Так, ладно. На соплях, но держится. Посиди тут хотя бы пару часов, а то швы разойдутся к херам. Ага. Джонни. А, в пизду. Все равно не послушаешь. Что ты видел? То же, что и ты. Они приехали за ней, а ты просто был рядом. А ты стоял и задумчиво дрочил из-за угла, размышляя о смысле жизни. Если бы я вмешался, нас бы покромсали обоих. Скорость реакции у парня заметил? Не успел, скорее всего. Такие запчасти, как у него, на дороге не валяются. Так, чего ты хочешь? Зачем ты меня вытащил? Откуда такой альтруизм? Ищешь материал для своей газетки? Нет, материал у меня уже был. Только его запихнули в фургон и увезли черт знает куда. Ты будешь с этим что-то делать? Она вроде твоя девушка. Думаю, Альт — случайная жертва. На самом деле им нужен я. Ты вообще знаешь, кем она работает? Она чуть ли не лучший нетранер в городе. Росака охотилась на нее. Обычная межкорпоративная разборка. Погоди-ка. Альт хотела встретиться с тобой. Угу. Просила, чтобы я ей помог. Были причины. Корпораты давно за ней охотились. Но до этого она как-то уходила от их клинков. То есть она боялась и пошла к тебе? Ага. И я начинаю понимать, почему. Окей. И чего они хотят? Слово «душегуб» тебе о чем-нибудь говорит? Конечно.
Не у каждой городской легенды такое хуёвое название. Это не легенда. Душегуб существует. И твои чумбы из Арасаки уже взяли на работу его создательницу. Ты только представь, что Арасака будет творить с душегубом. Подумать страшно. Ты понимаешь, о чем я, Рокер? Они нагнут нас всех. Душегуб обнулит любого нетранера, который хотя бы пальцем тронет их лед. Я видел таких. Физических повреждений нет даже в нервной системе. Никакой агонии и криков. Просто активность мозга вдруг прекращается. Словно кто-то вынул вилку из розетки. Или вырвал душу из тела. Кто только верит в такую херню. Пошли. Окей. Что ты думаешь? Я весь внимание. История стара как мир. Арасака хотела меня спровоцировать. У нее получилось. Ну а ты чё, пойдёшь со мной? Куда? В Арасака Тауэр. Отбивать Альт. Вдвоём? Тебя так сильно об асфальт приложили? Нам нужно спешить. Ага. Пойдём, сможешь посмотреть из-за угла. Всё, как ты любишь. Буду в машине. Только давай быстрее. Подождешь. Сколько надо. Где бестия? Сядь. Не рыпайся. Правда так зовут? А что? Не пойму, ты же получил аварию. Эй! Значит, мимо проходи. О, смотри-ка, вспомнил обо мне? Сильверхэд! У меня тут счет с твоим автографом! Бестию. Она наверху. А я слышал, вы уже не... Это ты ослышался. Ёбаный брод. Джонни, можешь помочь? Ты же вроде со мной не разговариваешь. Да ладно. Сейчас вот разговариваю. Что теперь? А теперь можешь идти нахер. Хреново выглядишь. Ты куда-то спешишь? Джонни. Энгельс, как дела? У них какая-то закрытая встреча. Бестия тоже там? Да, но... Понял, понял. Закрытая встреча. Да я только спросить не ссы. Ненавижу этих скользких фикс... Джонни. Я тебя не знаю. Это не проблема. Главное, что все знают Джонни Сильверха. Не трать мое время.
Нужна твоя помощь. Мы ждем клиента, который не хочет светиться. Знаешь что? У меня и без тебя дел полно. У меня тоже есть для вас заказ. Срочный. Но я заплачу. Сколько? Не лезь. Это не твое дело. Мое. Рокер готов раскошелиться. Ты что, не видишь? Нет у него никакого заказа. Он пришел поиздеваться. В прошлый раз он... Значит, в этот раз. Будь умнее. И возьми деньги вперед. Ну так... Сколько, Рокер? Дело связано с Арасакой. Я пойму, если вы не возьметесь. Хотел заинтересовать, получилось. Если ты хотел получить скидку для друзей, это не ко мне. Да ладно, вы же только ищете повода устроить махач с корпоратами. Так-то да, только не за даром. Такие приколы только для рокеров. Это важно. Называй цену. Ага. Или у тебя денег как грязи, или ты нас уже мысленно похоронил. Короче, рокер, пойдешь с нами. По рукам. Хорошо. Срочный заказ, говоришь? Джонни, ты что, не видел, что тебя пасли? Мистер Сильверхенд, пойдешь с нами. Хочешь отвезти меня к Альт? Так я и думал. Вон ту тварь! Я сама прикончу! А, значит, охота по-плохому? Ну ладно. Ты все так же популярен. У меня тут ситуация! Хороший был бой. Надо выбираться! Кто не спрятался, тому поздняк. Эй! Мне кого-нибудь оставь!
отстань! Давай, Блик! Надо сваливать отсюда, скорее! Или группироваться! Вот это я одобряю! Огонь! Огонь! Все, блядь, я разозлилась. Немного занят. Снизу их будет еще больше, поверь мне. Мы парканулись снаружи. Ты с нами? Меня Томпсон ждет в машине. Кто? Журналист, ты не знаешь. Огонь! Тебя чуть не поймали. Не вылезай. А, значит, охота по-плохому? Ну ладно. Это было круто! Хорошо. Мы победили. Неудивительно. Скорей! Валим отсюда. Дави на газ! Чего ты там застрял? Машину и поболтаем. Вот,
Так кого нам надо вытащить из Арасаки? Нетранершу из ITS. Альт Каннинген. О, понятно. Ее, наверное, отвезли в башню. Чем дальше, тем лучше. И что вы хотите делать? У вас есть какой-то план? Да, отвлечем их. Немного пошумим. Сыграем у Арасаки под самыми окнами. Отожжем так, чтоб стекла повылетали. Этот концерт все запомнят. Корреспонденты, которые находятся рядом с Арасака Тауэр, сходятся в том, что на площади было распылено психогенное вещество, изменившее поведение людей. Неплохо. Ты что, снимаешь все это? Да. А что? Хочешь передать привет маме? Делай, что хочешь. Только не мешайся. Давно знаешь этого Томпсона? Ну нет. А что такое? Не нравится он мне. Пресса всегда к неудаче. Чего? А представь, если его запись по закону подлости найдут. Запись, где мы бегаем по Арасака Тауэр. Подумаем об этом, когда выйдем отсюда. Давай, у нас мало времени. День, не я. Я понимаю. Центральный компьютер. Надо его найти. Ладно, слушай внимательно. Он не спрятался тому поздняк. Секунду, я что-нибудь придумаю. Прикрой меня! Закончим по-быстрому. Вижу четверых. Идут сюда. Внимание! Бегу нам огонь! Сюда идут четверо. Прикрой! Патроны кончились! Пять секунд и заходим. Готовы? Есть еще кто? Никого? Нет? Так я и думала. Кто не спрятался, тому поздняк. Быстро, быстро! Не подставляй!
этой двери столько брони, что без танка не пробьешь. Есть идеи? Дай-ка я. Ах ты, сука! На-ка. О, теперь понимаю, почему мы его взяли. 3, 2, 1. Где? Отойди оттуда. Идем тихо. Береги. Настоятельно рекомендую ей не мешать. Что ты сделал, Сальт? Я посадил ее работать над проектом всей жизни. Иди-ка ты к хуям. Эй, ты меня слышишь? Она... Альт. Альт, нет, только не это! Сука! Джонни. Ты совсем охуел? Ты что, еще пишешь? Это все, что... Не изменишь! Она не... Джонни! Прекрати уже! Убить его хочешь? Нам надо идти. Джонни! Она... Ну, говори, а то лопнешь.
Пойдем уже отсюда. Расскажи, что потом стало с Томпсоном? Не знаю. Мы с ним больше не работали. Может, потому что ты его разъебал, чтобы злость сорвать? Ты не понимаешь, он же падальщик. Хераз два бы он помог Альт. Ему была нужна история. Он же охуел от радости, когда увидел, что Арасака ее обнулила. Да этот уебок сам бы, блядь, ее убил, лишь бы снять материал получше. Ты мне даже половины про Альт не говорил. Правда? Например, о чем? Не знаю. Что вы были вместе? Что она создала душегуб? Что она умерла? Как она нам поможет теперь? С того света? Она не умерла. Ей удалось сбежать. Я видел тело. Альт перешла в сеть. Да ты гонишь. Я наслушался про гениальных нейтранеров, сбежавших в большую прекрасную сеть. Не думал, что ты веришь в такую херню. Я не буду тебе ничего доказывать. Просто делай, что я говорю. Когда ты узнал? Альт вышла на связь немного позже. Ну и? Что сказала? Что ей не вырваться из сети Арасаки. Но они ей ничего не сделают. И вообще попросила больше ее не искать. Да? Чё так? Она хотела, чтобы в этот раз я им все простил. Потому что и так уже много людей погибло зря. И что ты сделал? Для начала купил 2 термоядерных заряда. И вернулся в Арасака Тауэр. Думаешь, Альт еще жива? 50 лет прошло. И ты их провел в Микоши? Дозор уже давно мог ее выследить. О, они пытались. Корпоратские крысы ничего не могли сделать свободному ИИ, который знал, как думает человек. Пока они искали ее в Хрустальном дворце, она строила ебаный город духов для Кантао. И бестия пошла. С тобой. Я хорошо ей платил. Ты ж говорил, она лучшая. Она могла и отказаться. По какой такой причине она решила работать на рокера-суицидника? Мало того, который постоянно огребает от Арасаки. Видишь ли, тогда по-другому было. Наемники не продавались корпорациям. Достаточно было крикнуть «Ебем мать и Арасаки!» и все бы сразу обкончались от восторга. И бестия тоже. Будуисты вроде бы знают, где она сейчас. За черным заслоном. Там, где ее не достанут. Брижит ищет способ за него проникнуть. Просто чтобы найти Альт и поговорить с ней. Та-дам! Прошло явно больше минуты. Я увидел большой кусок жизни Джонни и Альт. Вероятно. Данные, которые были связаны с Альт, оставили яркий след в памяти конструкта. Очень яркий. И эти воспоминания вызвали сильную эмоциональную реакцию, которая спроецировалась на твое сознание. Да, уж эмоций было через край. В каком состоянии конструкт? По уцелевшим данным, Альт увидит, что он аутентичен. Что это вообще значит? Так что? У нас получилось? Да, мы получили нужный фрагмент из энграммы Сильверхенда. Теперь все готово для связи с Альт. Сначала нам нужно пройти дальше. Туда, где уже нет границ. За
черный заслон. Немногие переходили на ту сторону. Никто не возвращался. Она будет первой. То есть, получается, вы понятия не имеете, что на той стороне? Мы скоро это узнаем. А вот тени, которые я вижу... Это дикие искины пытаются найти проход. Я выполнил свои обещания. Твоя очередь. Давай ты удалишь инграмму Джонни до того, как мы перейдем через эту стену. Мы не пойдем туда. Ты один перенесешь код на ту сторону. Блять, как я не догадался. Похоже, ты изначально не собиралась мне помогать, да? Теперь это не имеет значения. Ты доведешь дело до конца. Видимо, выбор у меня небольшой. Але. Как мне перейти на ту сторону? Брижит? Альт! Спокойно. Я сам с ней поговорю. Джонни. Ты прошла за черный заслон, только чтобы меня увидеть. Значит, все нормально? Ты не злишься? Я распознала код твоей энграммы, но мне неизвестно, зачем ты здесь. Хочу получить должок за то, что вытащил тебя из Арасака Тауэр. Ви — это Альт. Лучший нетранер в Найт-Сити за всю его историю. Альт — это Ви. Ты должна спасти ему жизнь. Что ты сделала с Брижит? Она еще жива? Да, но в данный момент она нам не нужна. Чего ты хочешь? Что я должен сделать, чтобы ты спасла мне жизнь? Пропагандисты Дозора делают успехи. Ты воспринимаешь меня как дьявола, с которым нужно подписать договор? Слушай, я просто пытаюсь выжить. Я не могу тебе помочь. Или не хочешь? Не могу. Чтобы это сделать, мне понадобится доступ к более сложным технологиям. Это же твоя программа. Ты создала душегуб. У программы, которую я создала, мало общего с тем, что потом сделала из нее Арасака. Ладно, что думаешь про Микоши? Там достаточно сложные технологии. Если бы у меня был доступ к Микоши, ее бы уже не существовало. Отлично. Тогда давай так. Мы пустим тебя в Микоши, а ты поможешь Ви. Согласна? Лучший в истории Нетранер Найт Сити не может сам пробраться в Микоши? Меня там слишком хорошо знают. Они поставили слой черного льда, на котором буквально написано мое имя. Прямо как арестантская роба, сшитая по заказу. Я сделаю все, чтобы не оказаться там снова. Так ты знаешь, как можно мне помочь? До сих пор все говорили, что мне уже ничего не поможет. Все это Андерс Хельман, который работает с Жабализом у Сабура. В Микоши я смогу создать твой конструкт с помощью душегуба. А затем отделить твою нейронную сеть от сети Джонни.
После этого я имплантирую твою энграмму обратно в тело. Погоди. То есть, чтобы меня спасти, надо сначала меня убить? Твое сознание, нейронные энграммы, будет записано в виде данных. Остальное перестанет существовать. Остальное? Душа. Те, кто назвал мою программу душегубом, точно отразили суть того, как она действует. Сука, я даже слушать не хочу эту лабуду. Ви просто вернется в свое тело, правильно? Ничего не изменится. Все изменится. Ты это хорошо понимаешь. Ладно, план у нас есть. Как ты собираешься проникнуть в Микоши? Это не получилось даже у моих армий. Так в этом как раз и проблема. Ты создавала их в сети. А мы делаем ставку на человеческий фактор. Мы найдем людей и пробьем окно в Микоши. Джонни немного приукрашивает факты, если что. Я понимаю, ты ему не очень доверяешь. Но даю слово, мы проложим для тебя безопасный путь в Микоши. У меня и у человеческого фактора есть что-то общее. Так мы договорились? Да, мы договорились. Найдите путь к Микоши, а я подготовлю программу, которая поможет вам перемещаться в их сети. Как с тобой связаться, когда будет готово? Вот адрес Борты. Мы будем общаться по защищенному каналу. А что в итоге с вудуистами? Они позволят вам уйти невредимыми. Это часть нашей сделки. Ты все-таки смог выжить. И без твоего участия. Я не советую принимать это на свой счет. Нам нужен был только конструкт Сильверхенда. Тебе не повезло, ты впутался по воле случая. Поэтому вы решили меня кинуть? Так у вас дела делаются. Может, мне стоит предупредить Альт? Ты еще смеешь меня поучать? Просто хотел отдать тебе должное. Вряд ли будет другой шанс. Хватит. Альт могла защитить тебя в сети, но сейчас ты на моей территории. Да, я как раз собирался уходить. Тебе сказали, чего Брижит хочет от Альт? Или это снова информация не твоего уровня? Как было с биочипом? Ты хочешь меня спровоцировать? Думаешь, это умно? Ну и как? У меня получается? Ты, наверное, очень разочарован. Чем еще? Ну, тем, что не можешь просто меня убить. Это не в моей власти.
Ты, наверное... Сердце барахлит. Посиди, отдохни. А то обнулишься, а нам еще дела делать. Бла-бла-бла. Ебать Арасаку. Бла-бла, блядь. Взрывать Микоши. Ты че, правда превращаешься в меня? Не исключено. Собачимся, как два старых пердуна в парке. Пора бы немного остыть и начать доверять друг другу. Знаешь, иногда ты бываешь просто очарователен.